Замшевые шнурки, цепочка с шариками и бижутерный коннектор. Вот что может понадобиться, чтобы сделать такой браслет. Итак, разрезаем шнурок пополам. И продеваем его с двух сторон в коннектор. Фиксируем узелками. Теперь нужно отметить размер будущего браслета. Прикладываем к запястью и отрезаем лишнее. Добавляем еще 3 замшевых шнурка и цепочку с шариками. Скрепляем их вместе зажимом. Теперь из шнурков и цепочки сплетем обычную косичку. Подрезаем ножницами шнурки так, чтобы они стали одной длины. Фиксируем горячим клеем и снова зажимаем. Чтобы браслет застегивался, прикрепим с обоих сторон колечки и карабин. Вот так.